Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Смотрите, какая водянка, да? Вот здесь вот у нее между ног. Ну, я думаю, это что-то травматическое, или что-то тирануло, или наступило. Вот мы посмотрим, сегодня у нас 6-е число. Заметьте, у всех остальных ничего нету такого. Это девочка, у нее такая водянка между ног. Я думаю, это просто наступила мама, или ударила, или толкнула. Если рассосется, посмотрим, да? Если вы знаете, что это такое, напишите в комментариях, было бы очень интересно и полезно знать. Потому что у меня бывали с такими вот, ну, травмами такими, но они проходили сами собой где-то недели через две. Но это не мальчик. Если бы это мальчик был, может, это какое-то там было бы у него связано. Хотя, может, гермафродит, но гермафродит не такой. Кстати, у меня есть видео, на котором гермафродит был показан. Можете посмотреть на канале по ссылке. Ну, в принципе, напишите, кто в курсе, что это означает. Если как это надо лечить, как это лечится, было бы интересно узнать. Ну а в целом, в принципе, растет этот поросенок нормально, чувствует себя тоже неплохо. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.